Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, возлюбленные Господи, братья и сестры, поздравляю всех вас с праздником всеславного Успения Пречистой Богородицы и Преснодевы Марии. Поздравляю всех причастников святых Христовых тайн и всех православных христиан с этим великим праздником Успения Пречистой Владычицы нашей Богородицы. Согласно преданию, когда однажды Божья Матерь пошла ко гробу Господню молиться, ей повстречался архангел Гавриил, в руках которого была ветка райской пальмы. Он сообщил Деве Марии, что спустя 3 дня Господь вознесет свою Матерь в Царствие Небесное, в котором она будет находиться вечно. Светлый праздник Успения Пресвятой Богородицы является одним из самых важных для православных христиан. Верующие часто обращаются к Богородице в надежде обрести спасение, заступничество, счастье и благополучие в семейной жизни.